с нами в этом замечательном зале специальный гость. Встречайте! Тоже хорошо. Сергей, я вас услышал, и спасибо большое за приглашение. Только я не убивал его, слышите? С сыном, клянусь, не убивал. Ничего, обломался твой розыгрыш, походу. Фома, в курсе ситуации? Ну, как тебе сказать? Астрологи, экстрасенсы, это я еще понимаю, а тут-то что поймешь? Я считаю, что если женщину никто не любит, то она начинает любить работу. Я просмотрел свои списки московских бойцов и хочу вас уверить, что мы сможем подобрать достойную кандидатуру. Хорошо. Гадаешь на кофейной гуще? Варван, повторим. Скажи, Аркадий Моисеевич действительно будет вкладывать деньги в развитие нашей промоутерской компании? 1000 рублей. Она теперь с меня эти деньги требует тоже. За информацию, так сказать, давать нет. Ну, я думаю, что я решение приму сегодня, так что ждите звонка. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Потому что после тени солнце может ослепить.